Иран, Веня, Фазирс, 37,7. Все красиво. Москвичи. Бездрек. Вечерние суммы. Сутулая собака Джеки Чан. Голодовка. Выходите. Привет, друзья! Ребят, спасибо, что вышли нам помочь. Ну что это такое? Пацаны, обидно. Честно, обидно. Ну что вы всех объявили? Вон даже голодовку объявили. А меня нет. Просто, Свич, пойми, голодовка — это не твоя война, братан. И вообще, Олег, братан, ну сейчас реально не до тебе. Я, знаешь, просто я всю толпу нагнал, бо мне девочка с бездрика понравилась. И я типа хочу с ней потанцевать, типа в лагере на дискотеке, понял? Блин, ладно, коль такая пьянка пошла, я тоже там с человечком потанцевать хотел. Можно вас? Ты сама красива бездрячка, яку я коли-небудь бачив. Ти ж понимаєш, що ти моя дівка тепер. Не ходи там, не липся, кому попало, окей? Твої руки словно крилья. Знаєте, я взагалі хотів потанцювати з Глебом Тимошенко. Ну, просто это единственный Тимошенко, который еще никого не задолбал по телевизору рекламами своими. Да, в принципе, он нигде и не снимается, да? Ну, вы тоже нормальный мужик. Вы тоже как бы нигде не снимаетесь. Не-не, но ведущий, конечно, кайф, да. Почему мы, москвичи, должны вам помогать? Слушайте, да сколько раз вам объяснять? Мы не просили вас нам помогать. Венжири с кыткой, венжири с кыткой, венжири с кыткой, венжири с кыткой. Спонсорская шутка. Ветераны космических войск Киева, Стёр, Прилуки и Харьков. Поехали, друзья! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht, das geht... Дружочки, а сейчас номер вообще кайф, просто шик будет, сейчас вообще порветесь. Очень крутой. Так представьте, встреча двух самых эмоциональных людей на планете. Ого, привет! Это ты, привет, братан! Ты что, ты? Я не могу поверить! Я не верю, что я тебя бачу! Успокойся! Не надо, ты же делаешь! Вот! Ты что? Ты вообще? Ты что? Я не верю, что застрив тебя, Олег! Я не Олег. Ты не Олег! Я не Олег! Боже мой! Я сейчас тебе нашел пилоту! Зарежу тебе все! Ты не Олег! Так а кто тогда Олег? Пацаны! Я Олег! Ты Олег! 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 Пацаны, за мной! Hey, das geht ab! Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze... Друзья, дед брехун,
Дедушка, я в тебе красива? Да. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Hey, das geht ab. Вот так нравится команда. Ну, такие пацаны молодцы, мне костюмы подбирают, все в размер. Вот следующий номер, так хочу им просто приятно сделать. Он не в тему игры, но очень крутой. Давайте просто допустим на улице. Стой, мужик, ты походу мене стрельнув? Да як так? Да не може бути. Да смысле? Ну ты ж мені в пузаку шмальнув. Блін, я ж вроді його дома оставляв. Да вот, дерёха, дивись. Ай-ю. А як тебе хоч звати? Саша. Саша. Вінничук? Да. А, так це ви йшли до мене на собеседування, да? Ну, получається, що да. Ой, бо. Ну, хорошо, а яке ваше предыдущее место роботи? Я врачом був. Врачом? Так а чо ушли? Може, проблеми з начальством? Ні, поняв, не моє. Он, я навіть зараз собі помогти не можу. Ага, і після цього ви вирішили пойти до нас в продажі, так? Да, я завжди мечтав бути продавцом. Я поняв. Блін, мужик, да що з тобою не так, а? Блін, опять? Прикинь? Да що сьогодні за день такий? Мене якось нечисто неси. Ладно, ну, ми вас беремо. Серйозно? Ну я не можу, так мені якось неудобно. Чого? Ви мене зараз оформите, а я на следующий день больничний попрошу. Ну да, рана-то глибокая. Ну знаєте, ми фірма солідна, якби ми предоставляємо определенні услуги. Ну, перед смертю, яке у вас останнє желання там? Знаєш, я в армії, мене на стрельби не брали. Я завжди мечтав постріляти з пістолета. Конечно, на. Ты спасибо. Что, конечно, приятно тебе? Приятно, я спрашиваю? Мужик, за что? Мы же нормально общались. Зачем ты меня подстрелил? У меня еще сегодня два собеседования. Попався, кто на базаре кусался? Знаете, в наше время все больше людей, которые делают непонятные, плохие, злые поступки. И... Мужик, ты что, не бачишь, что у нас сейчас и так много проблем? Можно хоть умерти нормально? Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze. А тема выступления «Черный квадрат», и ребята талантливые решили углубиться и все вам рассказать более детально. Итак, на экзамене. Добрый день, класс. Я бачу, вы все в сборе. И до дошки піде отвечать. До дошки піде отвечать куран. Блин, ну чего опять я? Я чего опять я? Чего я? Потому що ти єдиний дебіл, який поступив в Любеченіновський коледж геодезистів, куран. Понимаєш? Так що вивози, давай. І ти розкажи, що там про чорний квадрат, значить, що тут зображено, давай. Ага, чорний квадрат, ця картина, значить, було темно, битва. Інтересно. Вот в том, не, вот в том куточку сидит Любомир и стреляет с арбалета. Він стреляє с арбалета на демонов, яких отправив Люцифер. А Люцифер же це ж троюродний брат Таноса, потомка Ситхва из Гриффіндора у цього. И получается, что у него осталась последняя стрела, він попадає в чорного червяка. І він так кров'ю все бег, розмазав, битва закінчилась, і тут все туди, от. Я дивлюсь, куран, ти рішив своїми словами розказати, да? Не по хрестоматії.
Не, ну я больше практик, как бы. Во сне люди не контролируют свои эмоции. Поэтому в обычной семье. Лена. О, Лена, Лена. Так, Владик! Шо, Юль? Яка Лена? А мені сниться сон про бывшу, ты шо? Вона біжить за мною, хоче мене укусити. Я такий, Лена, Лена, не надо, Лена. О, Лена, все, спи, моя КЦП, тайфончик тебе под подушку, давай. Я люблю тебе, Лена. Больше жизни люблю, Лена. О, Лена. Так, Владик, кого ты там любишь? Вернись до мене, Лена. Я с Юлей не по любви. Я с Юлей чисто так, по цигока, це і все. Да, я розведусь, обіщаю з собою. Все, вам хана. Іди сюди. А, так вот чим ви тут займаєтесь. Тікає одне, Лена, вона бешена. Я її зараз всі патли повириваю. Що ви б'є? Я зараз міліцію визову. Міліція. 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 Так, що, в чому діло? Міліція. Пошел вон отсюда, мусор поганий. Ви що не бачите, вона неадекватна. Бачу, но у мене є пістолет, я зараз достану і почну стріляти. В рот собі стрельни, скотина. Ура, вона ушла, ми побідили. We are the young. Ми побідили, ура. We are the children. Ми побідили. Ура! Ми побідили. Як же хорошо з тобою, Лена. Ага, ви думали, від мене так просто і збавиться? О, Боже. Мужик, ти хто? Мужики, у мене проблема. Кака? Что делать, если выступление пора заканчивать, а команда заснула на сцене? Слушай, мужик, не до тебя сейчас. Знаєте, друзі, на цьому наші проблеми, звісно, не закінчуються. Ми, коли виїжджали з Києва, було тепло, кайфово. Приїхали, значить, сюди, похолодало. Поэтому, якщо після ігри ви побачите два придурка в шльопанцах, шортиках і маєчки... Ну не смійтесь з них. Дождя ж нема. Да. Чи був дощ? Да. СВКВ по жизни! ВКВ, третий раз мы в Харькове, тут самый лучший зал на всей земле. Похлопай нам, народ, Олег Севич такого разорвет. Now you're gone. Космических войск и уплывающий Олег Свищ. Спасибо, друзья!